Рада новой площадке. Ну это... Ну это дети. Но у меня немножко эмоций, потому что я очень радуюсь за вас. Это подарок от дяди Рената. Только для вас и во имя вас. Я вас поздравляю. Но сейчас мы как бы официально все это откроем, да? Ждем, да? Именно новые сооружения вот такого типа появляются. Ну, конечно же, эта традиция, конечно, была начата именно с точки зрения качества, да, этих игровых комплексов. Ренату Георгиевичу, в принципе, начал обустраивать не только в муниципе Белец, но и по многим городам Республики Молдова. Мы параллельно, конечно, уже вот на сегодняшней неделе будет конкурс по закупке аналогичных комплексов по разным секторам нашего города. И постепенно, конечно, обустраиваем не такие тоже комплексы. Есть даже в проекте, пришли предприниматели, начать обустраивание и определенных комплексов турников тоже. Смотрите, сколько ребят, как они счастливы, как у нас ярко и красиво. Это невероятное счастье. Все лето, и не только это лето, и все дальнейшие праздники. Ребята будут проводить в отличном настроении, иметь возможность активно проводить свой отдых. Я думаю, что это здорово. Все, экран сам. Потанцуем еще сегодня? Да. Я отвлечу музыку, потому что... Хочу сказать спасибо нашему примару, потому что именно благодаря ему детей в нашем городе всегда радость, всегда счастье, всегда улыбки на лицах. А это самое дорогое, что есть у нас на сегодняшний день. Это наши дети.